І навіть темрява не завадить нам вкотре зазирнути за парібрік. Здавалося, що ось це вже дно, але знизу знов постукали. Пропагандисти отримали нову вказівку – залякати Німеччину. Головний пропагандист Кремля Владимир Соловйов і його компанія, зазубривши нову методичку, не втомлюються повторювати. Якщо Україна отримає ракети «Таурс», Росія почне атакувати заводи на території країн НАТО. Перший раз на цю тему написав Дмитрий Медведєв. Це білет на війну. То есть Писториус понимает, что если поставляет Таурус, то, как сказал Дмитрий Анатольевич, мы нанесем удары по заводам, которые... То есть для нас легитимной целью становятся заводы, где эти Таурусы производят. А это удар по территории НАТО, это пятая статья, мы все это прекрасно понимаем, это полномасштабный конфликт. То есть самый кошмарный сценарий, о котором мы многократно говорили, становится реальностью. И этим людям удастся ввязать в очередной раз... Германию и Россию в войну. А этим людям это Шольц, это Писториус, это Бербок, это Штрах-Циммерман. Ну, тогда мне... Ну, я с тобой тут даже спорить не буду, потому что действительно идет-то в этом направлении. И, конечно, это сейчас еще не объявление войны, не объявление поставок Тауруса. Скорее всего, это такой пробный, знаешь, камешек, вот такой, знаешь, как вот опыты проводят, сделали такое смешение каких-то интересов. Посмотрим, как кто на что среагирует. А ще пропагандисти на ГБСТБ відчули зрадливий холодок в районі Курильських островів. Ті заявляють, що для них сильна Японія – це теж серйозний виклик. І при цьому продовжують погрожувати взяти Токіо за три дні. Для нас, останнє, просто не можу сказати, сильна Японія – це теж серйозний визов буде, тому що ця країна має к нам відкриті територіальні претензії. Как бы так ни вышло, чтобы у нас не было территориальных претензий к Японии, если они будут продолжать подобную политику, мы предлагали им заключить мир, я напомню, Путин. В 2000 году формула была. Безо всяких условий. Сначала мир, потом будем договариваться об условиях. Было такое? Нам... Не пошли они на это. Ну, показать. Нам сказали нет тут же. Мабуть, ті забули, що саме в битві з японським флотом Росія зазнала нищівної поразки. Ну що, хотім повторіть? Ох, взагалі на Росії останній тиждень щось геть з розуму поїхали. Ті запевняють, так, саме запевняють, що в Україні, увага, з'явилася церква святого пса-патрона. Ми ж повинні себе захищати від психів. Ну а що, от Україна? Хуски, от ці які... Говорят, мы там церковь святого патрона. Кто не знает, патрон – это собака, которая там возведена в культ Человека-паука Супермена. Там про него выпускали целые комиксы, где бедная собачка, которая от ей потеряла лапку, потом ей приделали сюда какую-то стальную руку, и эта собака там громила ей. Теперь вот, вот такие же шарлоты, такие же псевдоты. Перевернули страну, по ноздрі її утопили в крові, і от створюють церкву пса святого патрона. Як бачимо, пропаганда перейшла від бойових комарів до церкви святого пса патрона. Ну що ж, чекаємо найближчим часом звіт в ООН від Німбензі. Цікаво було б послухати його палку промову. І на Росії забороняють, до речі, Новий рік. Пропаганда взялась обурюватися, що росіяни замість того, щоб витрачати кошти на фронт, будуть купувати подарунки, влаштовувати гуляння та взагалі радіти. А так не можна, бо соотечественники в окопах. Завжди держиш внутрі, да, в серці завжди держиш, що у нас йде своя війна. Наша війна там. На территории Украины. Наши парни находятся там, на Херсонском направлении. Наши ребята погибают на Запорожье. И мы должны, обязаны им помочь. Вот обязаны помочь. Сейчас начнутся все эти новогодние праздники, вся эта канитель. На абсолютную чушь миллионы тратятся. На абсолютную глупость, которая не нужна, которая будет пылиться, валяться в шкафах. Вот как вот тут просто, ну... Ну это даже как-то перед собой, что ли, стыдно. Вот просто перед собой стыдно потратить на всякую дурь. За Новый год там какие-то безумные суммы. Ну это же позор. Ну просто позор, когда ты понимаешь, что у тебя есть люди, которые нуждаются. Которые нуждаются, которым можно помочь. Все, на екрані QR-код. І тільки послухайте, тут у москвичів запитали, а чи є у бункерного диктатора, на їх думку, двійники? Наш президент, він єдиний. Ми народились при Путіні, ми і умремо при Путіні.
Можно верить, можно не верить. Вероятность 50 на 50. У нас же такая веселая страна, все необычно. Не, ну если вот серьезно об этом поговорить. Серьезно? В нашей стране разве по-другому можно? То есть вы думаете, есть? Да. Сколько их? Не знаю. Я за него не голосую, потому что люблю его, чтобы вот он уже отдохнул. Он устал. Думаю, что есть. Почему? Ну, он с ними по-разному говорит. То у него круглое лицо, то у него скукоженное лицо. Да, мне кажется, и походка разная, и лицо разное. Где? Вот вы можете аргументы привести? Вот какие последние моменты вы видели, что какой-то разный человек? Ну, когда он у себя в кабинете, у него одно лицо. А когда он где-то выходит к людям, у него совершенно другое лицо. Вообще другое. А вы не видите? Я одна вижу. Ну, на лице выражена вся информация человека. Если глядишь на него, например, видно, как его ботиском колют, я знаю только. Понимаете? Конечно. Почему? Я знаю. Знаете? Конечно. Откуда? Ну, знаю. По работе знаю. А, вот так вот, да? Вот, ну, если по работе, то есть аргумент, это что, это в целях безопасности делается? Конечно. Конечно, в целях безопасности. Почему нет? Чем лучше, тем интереснее. Чем лучше двойник, тем интереснее. А почему нет? Я почти уверена, что да. Сколько их? Ну, вот это я не уверен. Ну, может, четверо. Трое. Зачем они ему? Что удобнее, чтобы было осуществлять управление страной. Ну, чтобы на телевидении там не особо разъезжать, а заниматься другими более важными вопросами. А он сам есть? Ну, я надеюсь. Верю, что есть, наверное. Но не на 100% уверена. То есть это он один? Ну, хотела бы в это верить. Можно так отвечу? Ну, сейчас делают и грим, и... Ну, сейчас технические возможности вообще просто нереальные. Я думаю, как-то так. То есть вы думаете, что было бы желание, будет все? Да, будет все. Но... Если есть какие-то двойники, ну, тогда все расплывается просто как шоколад. И вообще ни о чем. А почему расплывается? Ну, потому что там двойник, и что? Мы к чему приходим тогда? Вообще ни к чему. Есть хорошие актеры, я думаю, которые их подготавливают же. И вполне даже, наверное, и любой человек бы справился с его внешностью, потому что там такие деньги, что за такие деньги я б, наверное, сам бы любым двойником стал. Ви б і самі б сыграли. Да. Смішно, вони навіть готові вигадати виправдання, чому це добре. Так зручніше для безпеки, щоб не втомлювався, щоб оригінал міг займатися важливішими справами, поки копія зустрічається з народом. Але фраза ось того юноші «Ми помрем при Путіні» звучить як вирок. А тут губернаторка Ханты-Мансийского автономного округа России Наталья Комарова заявила, что российских чиновников можно заменить нейромережу. Але є нюанс. Вона каже, что Путин не замінний. Поменьше было чиновников. Мне с президенты хватит. А другим делом занимаюсь. И вот тут эти технологии, мне кажется, были бы крайне полезны. Вот, чтобы никому не было обидно, я посчитаю, ну, за кем, но ну, чтобы губернаторы ушли в эти сетки нейросети. Почему нет? Шутка, но на самом деле это, в принципе, направление, которым нужно двигаться и просто освобождать от принятия решений или обслуживания людей, тим, щоб так називаємо чоловічний фактор, менше всього негативно. Ой, яка щедра душа. Прем'єр-міністр Башкортостану запросив американців жити та працювати в Росії. Каже, поки є така можливість. На думку Андрія Назарова, у Росії, зокрема в республіці, цікавіше, ніж у США. Уважаемый господин Кирби, я ще хотів би сказати, що раніше, ну, буквально несколько лет назад, ще було достатньо часто упоминалось так. Американский журналист российского происхождения, да? Да. А сейчас наоборот, видите, российский журналист американского происхождения. Потому что в России-то работать интереснее, согласны? Ну, для меня точно, как сказать, в США я не был модератором больших экономических форумов, поэтому все пошло правильно в России точно. Это... Представляете, какие
перспективы открываются у американцев, которые будут жить в России. Да. Поэтому приглашаем. Вот это на послезавтра. Те, кто не успеет приехать, потом уже выйти сложно будет. Здесь другие народы приедут с удовольствием жить, работать. Поэтому подскажите своим землякам, пока еще есть возможность, чтобы уже это, двигались в нашу сторону. Ну, хорошо, хорошо. Ну-ну, тіш себе цією думкою. Друзі, на цьому все. Ставте лайк з мене наступний випуск.